Первое, что мы сделаем, Степашка, это будем, скажи, купаться. Давай, Ват, тепленькая водичка, разматывай. Или нет, давай я буду его купать. Давай. А то, боже, эти глаза напротив, ой, я не могу. Ага. Иди ко мне, иди. Иди, я уже готова, боже ты мой. Ой, Будем, какая. Да. Давай. Какой красивый. Вообще такой красивый, красивый мальчишка такой. Да. Мы тебя будем приучать купаться с детства. Это наш новый житель? Это да. Здравствуйте. Новый питомец. Для детей. А что там тут? А глаза какие? Как у принца дальневосточного, да? Мой ты принц тайгановский. Да. Как хорошо, друзья, что вы прислали Аял Канин. Вот, да? И сейчас, скажи, и вот кто-то давно, ну, как давно, сугубо не прошел. А ты помнишь Люську в этом? Да. Точно в таком же полотенце. Вон оно. Вон оно наше. Конопушечка масенькая такая. Да, да. Ну что ж делать? Что ваша мамка такая? С Люсей непутевая. Я тепленькая. Да. Ой, ты посмотри. Как косточки. Ой. Я такого еще, если вам скажу, не видела. Мы как-то, конечно, скажи, к мальчикам не привыкли. Ну, красивенький. Красивенький. Бухенвальд красивый, боже ты мой. Боже, Бухенвальд. Он нашла такой теплый шарф. Вот так. Он сейчас и согреется. Да. Ну, будем носить. Ой, хвост, это вообще, это что-то. Кормить. Я все вообще не поняла, что это. Это хвост. Давай, на тебе, кукленка, я буду делать ему еду. Вот так. Вот как молодой отец. Гордый. Глаза восточного принца, да? Я заметила, пока... Имя-то они... русское. Имя русское, Степка. Да? Степка. Но у них вот пока они маленькие, у них вот огромные глаза. Как только начинает подрастать, да, что это у них такое чёрненько, сразу, скажи, глаза меняются, становятся какие-то другие. Будь. Привыкай. Это тоже твоя мапа. Да. Нет, мне так хочу закутать, чтобы ему тепло было. Эй, кушать. Сейчас мы тебе сделаем водичку. Сейчас мы тебе сделаем. Степка, давай. Ой, живи, Степка. Самое главное, живи так. Еще раз спасибо, друзья, вот тем, кто прислал вот это тоже детское питание хорошее. Но сначала мы будем Аял Канин, и именно вот не для кошечек, для кошечек тоже хорошо, но для начала вот для собак. Сучье молоко называется. Вот. Сейчас.